Не станет же талантливый человек тратить время на изображение, положим, тазов, рыб и прочее. Это хорошо делать людям, имеющим уже все. А у нас дела непочатый угол, писал Иван Крамской своему коллеге по творческому цеху Виктору Васнецову. Но однажды он все-таки обратил внимание на жанр натюрморта и создал очередной шедевр – картину «Букет цветов. Флоксы», которую представил на 12-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок в 1884 году. Стоит ли говорить, что полотно Павел Третьяков купил еще до открытия экспозиции? Картину «Букет цветов. Флоксы» можно назвать единственным примером натюрморта в творчестве художника Ивана Крамского. Обычно мастер работал над бытовыми сценами и философско-религиозными сюжетами, но большую часть творческих сил отдавал портретному искусству. Кто не знает его неизвестную «Лунную ночь» или «Христоса в пустыне»? Эти работы известны даже тем, кто мало интересуется искусством. И вдруг «Флоксы», которую он написал за 3 года до смерти. Работа удивляет жанровым выбором и колористическим исполнением. Перед зрителем предстают прекрасные яркие флоксы, восхищающие свежестью и разнообразием красок. На полотне сочетаются пышные соцветия белого, розового, малинового, вишневого, сиреневого и фиолетового цветов. Особенно в глаза бросается зелень листвы. Художник взял очень яркий, где-то даже резкий зеленый цвет, что невольно отсылает нас к импрессионистам, коим мастер никогда не был. Вся эта красота стоит в синей низкой вазе, на стекле которой филигранно отображаются отблески света. Известный факт. В год написания работы семью Ивана Крамского постигло горе. Умер сын Марк. Всю скорбь семьи можно прочувствовать, взглянув на работу «Неутешное горе», где изображена скорбящая женщина в траурном черном платье, в которой можно угадать жену художника Софью Николаевну. И вдруг яркие жизнерадостные флоксы. Скорее всего, мастер подобным способом хотел отвлечься от грустных дум. Флоксы Крамского – произведение совершенно непривычное для него, и в то же время кое-что напоминает его стиль. Речь идет о пренебрежении фоном во имя главного, что наблюдается во всех его картинах. Здесь Иван Николаевич также отказался от фона, как от лишней детали картины. Он сделал его коричневым с едва заметными переливами, которые словно возникают как отражение восхитительного букета. Великий Иван Крамской всю жизнь ясно отстаивал идею, что художник должен быть не просто наблюдателем, но учителем. Он всегда говорил, что картины должны служить большей цели, чем просто отражение действительности. По его мнению, они должны были развивать нравственность, предлагать человеку сделать моральный выбор, должны были прививать вкус и отражать глубоко народные, национальные сюжеты, напоминая людям, кто они и откуда они пришли. Своей идее он был верен всю жизнь. Картины Крамского являются для нас настоящим светом, независимо от того, что там изображено – цветы, человек
или исторический сюжет. Небольшое отступление от темы. Легенда о флоксах, которую придумали древние греки. Само название прекрасного цветка происходит от греческого слова «флоко» – «пламя» и связано с хитроумным царем Итаки Одиссеем. Согласно легенде, царь Итаки вместе с друзьями спустились в подземное царство Аида, освещая себе путь факелами. Выйдя на поверхность, они бросили их на землю. Именно из этих факелов, по преданию, и выросли прекрасные цветы – флоксы. Глядя на флоксы, изображенные Крамским, кажется, что именно эти цветы выросли из брошенных греками факелов.